Добрый день, уважаемые дамы, господа, в основном господа. Сегодня у нас обзор эпохального расследования от Хулио Сантоса. Так сказать, по многочисленным просьбам я решил его посмотреть при вас. Ну и, собственно, прокомментировать, где там правда, а где ложь. Ну чё, поехали. Так, ну тут скриншотики идут. Ничего нового, фейки. Так, обезьяний язык, нихуя не понять. Подождем. О, ломаный английский пошел. Fucked up. What this motherfucker did? It's a matter of combat, making community right. You know very well. Да, да. He's doing even worse. Worst, right? Even worse. Да, сука, да. Расскажи, как ты деньги с Ютуба зарабатываешь, пидор. Че? 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 16! Пидор ебучий! И вообще-то не был. Same shit. Oh, motherfucker. Fuck. All the detail, shitty screenshots I put in description and first comment to see, yeah. All the details I just made from the group on public. Дебил, он просто взял и скопировал готовые скриншотики из группы. Read the description, ho-ho-ho. Да-да-да, yeah. Right. Так, ого, слушайте, сейчас начинается. У меня есть история про Лианского, душераздирающая. Я доверился этому человеку. Я решил, что он изменился. Я был дебилом и, собственно, остаюсь, вот. Не, ну настоящая причина, он просто хочет срубить баблосов за YouTube, поэтому пиздит все, что попало, лишь бы лайки и деньги шли. Вот так вот. Same mistake as he did. Какой мистейк, ёпта? Five? Три! Дебила, кусок, блин. И вообще... Суть-то не в том была. Так. Так, здесь уже пошел обезьяний язык. Сейчас сабы включим. Португальский нам не нужен. Субтитры перевести. Английский. О, обезьяна кривляется перед экраном. Так, read, let it be, son of bitch. Ну, короче, непечатные слова идут, непереводимые. Part of team responsible for Mortal Kombat X, Mortal Kombat Extended, has had the Cage. А, ну здесь типа, что Cage был всегда главным. The people have this project, I think, which I don't think even 10. Do que o pessoal em si fazia, né? E o cara como cabeça, o cara por trás do projeto. Блин, столько пиздит, вообще сложно смысл понять из глючных сабов. Чё он всё на 15-м зациклился, сука? Ой, бля, всё. Так, слили проект, так. Because still going to be released. Only beta version. Ele foi e vazou o projeto. Meu Deus do céu. E
meu Deus do céu, ele fez algo ainda mais ridículo. Ele tentou vender. Ну, начнем с того, что проект слил The Hulk, и это было в 2016 году. Да. А донаты брал Кейдж, когда потерял мотивацию вследствие этого, и решил продолжить за счет поднятия бабла. Вот и все. Так, что тут дальше идет, непонятно. Не, ну что-то про коммерцию. Ну как бы контент на самом деле я не продавал. Только ссылку на скачивание. Обезьяна в жизни не сделала ничего полезного своими руками, поэтому ей как бы не понять, когда люди пытаются, ну, заработать на честном труде, условно говоря. Так, слушаем дальше. Пиздец все что угодно, лишь бы оправдать собственный слив. О, смотрите, опять кривлянь пошло. Экспрессия. Сука, расскажи про свой заработок на Ютубе, а? Который ты рубишь с Мугена. Обезьяна бородатая, ёпта. Ой, да всем насрать, чувак, всем насрать. Чё ты там говоришь, господи боже. Сука, хоть бы на английском запилил. Заебал. There is no way that I was gay and still working. Ok. It was a video I did there. Denouncing motherfuckers over here, there. Fizemos vídeos denunciando essa merda e deu resultado porque não estão vendendo mais o sentimentamente cosmo lá no mercado livre. É, stop, John. Sam, что ли, что-то продавал? Ну и хер с ним. Mas a gente tá em cima. Дождь будет. Подъем. Потом. Conversation now hearing me a lot about Rianki very very much. Mas eu achava que ele tinha mudado. Честно говоря, вообще не понимаю, что заливает этот пиздюк. Я его не касался года 3, наверное. Перед тем, как он начал сливать конверсию моей старой работы, короче, дал, сука, кредит вообще хуй знает кому. И, ну, раскидал это буквально во всех группах. Хотя я его предупреждал, что мне не нравится эта херня. После этого я его заблочил. И вот спустя полгода у него пригорела задница. В очередной раз. Так, что-то опять распинается. Ага, типа я его выбросил с группы, да. Да. Ну, чувак, тебя предупреждали, ты постил говно. Тебе даже было влом спросить, кто делал эту работу в оригинале. Ты решил просто порекламить сраного Нача, его тупые, блядь, поделки, которые даже не он начал делать, блядь, он просто спиздил это и присвоил себе. Дал кредиты, короче, команде МКТХ, блядь, хотя скринпак был сделан в 2009 году, блядь, когда никакого МКТХ в принципе не было, им занимался только я, банально. Ну, еще иконки были от Фобоса. Все. Скотина, а? Только пиздит все. Так, что там дальше идет? Я что-то там принял. Так. 2019-й. Да, кстати, для справки, я весь год в принципе не занимался никаким Мугеном. Мне на него было насрать с высокой колокольни, пока вот, собственно, он не начал делать это говно по осени. О, фейспальмы какие-то рисует. Так, I must decide to play some trust here in the face of the bed. Чего? Да, перевод, короче, убогий. Ну, короче, у него стабильно пригорает с того, что я его кикнул, несчастный человек. Кстати говоря, он еще сливал скриншоты с группы.
в попытке срубить Mortal Kombat Devastation. Насколько я помню, это была вторая причина, почему я его кикал, в принципе. Это было чуть раньше. Так, realize it, really tolerant. Triangle, never go over 30. Бля, вот сам снимает видосы, короче, детский сад, и что там пиздит про мой возраст еще, а? Клоун. Так, old man, post it, I'm going to show now. Оу, оу, оу. Охуеть, пруф, а? Собственно, я ему сказал, кто что сделал. О, про друга Начо вспоминает. Не, мне, в принципе, было пофиг, на самом деле, на его скринпак, потому что он не отражал суть оригинального проекта. Так это обезьяне даже было влом указать реальных людей, кто его сделал. А теперь он пиздит и заливается, что, короче, я все спиздил, и все было сделано Кейджем и Флайм, лол. Дебила кусок. Так, дальше идут fuck you, и ничего интересного. Блин, у чувака реально пригорает с какого-то там поста, который я не помню. Пипец, дебил. О, сейчас опять грозится. О, я сунул принт, я скопировал его вниз под видео. Там вообще супер пруф, вы можете сами знакомиться. Тупо посты из группы. Блять, опять 15-й год, сука, да сколько можно-то, блять. В 15-м году никто ничего не сливал, вообще ничего не было. Весна 16-го, дебил кусок. Так, что там дальше пошло? Так, что-то он там несчастлив. Так, так, fucking шарф. Чё? Ну и перевод. А, понятно. Короче, он высирается, то, что я ничего не сделал, но срубил свою версию. Хорошо, сука, я тебе объясню по-простому. Кейдж хотел сделать обновление, но сделать его только для тех чуваков, кто помогал проекту. Они пиздел всякую херню, типа дайте сыль на скачку. Я там, кстати, ему скинул солидную порцию графики, которая в итоге попала в Нидзе. Плюс обновленные портреты, которые мы со спором делали, ну, годами, можно сказать. Эта сука просто взяла, все слила. Еще и сказал, что ничего не делал. Пидор он вообще. Графикой ланчера в этой версии вообще занимался только я. Ну, если так, по чесноку. Никто как бы не отрицает, что Кейдж все скодил сам, но по графе я ему реально солидно помог. Также спасибо, конечно же, Маркосу и Спору. Макс Артур еще концовочки присылал. Там много чего было добавлено, на самом деле. Чего он, ну, самостоятельно сделать, естественно, не мог в отсутствии спрайтера, который свалил раньше. Ну, как вам всем известно, он посливал и убежал. Так, что там дальше идет? Making this version available for free. Вот теперь он усирается, короче, что злые пидоры зажали, короче, ссылку. Да. Зажали ссылку в наглую, короче, от народа. И он такой вот добрый человек взял, сука, посливал, да, чужие работы без разрешения. Все рады, все счастливы. Ну, может, кроме нас. Да кого это интересует? Так, дальше, что у нас? Донаты. Смысл доната, короче говоря. Я не доверяю чувакам, которые здесь вообще на сцене сидят. Все они, те еще, блядь, сливалы. Я могу про каждого столько рассказать, что закачаетесь. Вот, поэтому смысл был в том, что они мне кидают фиксированную сумму. После этого я им заливаю, как бы, и... Ну, чуваки, как бы, ну, нормальные попались, они сказали, что ничего расшаривать не будут. Но кончилось тем, что эта обезьяна сама все скинула. Как бы, и в итоге подосрала, как бы, и мне, и им. Чуваки, которые задонатили, короче, оказались гораздо приличнее, чем эти козлы, которые все, типа, бесплатно выкладывают.
Вот такие дела. Ну и, кстати, версия у них все-таки немного отличается от той, что слил он. Там нет залоченного нупсейбота. Ну, соответственно, ланчер поновее, как бы. Более обновленный. Плюс я этим чувакам еще потом докину контента, который этот хер не срубит никогда. Я его, в принципе, не буду никуда кидать. Только этим чувакам. Так, ну дальше идут типичные ругательства. Козел делает, короче, все, чтобы отвлечь внимание от собственного слива. Опять это нажми подпишись, нажми скачай, поддержи слив, все для народа. Бе-бе-бе-бе-бе. Ну и кривляка. Он же, в принципе, на этот видос мне насрать. Меня единственное, что, собственно, печалит, то, что он реально сделал слив. Но этот хер в этом, конечно, никак не признается. В его вселенной все слил я. Ну, при этом, конечно же, ничего не делав. Так, я не знал форумов. Cool, beautiful, beautiful again. Мне кажется, он просто обзавидовался, что я вот сумел, так сказать, на Мугене немного денег поднять, а ему на Ютубе столько, видимо, и за год не капает, да. Печалька. Высирайся сколько хочешь, пили 1000 видосов, все равно тебе столько не срубить. Саки Райхев трастит ю. К слову говоря, этот чувак меня охуенно подставил еще... Когда это было-то, дай бог памяти. В 17-м году, когда эта херня была про взлом Шиноби, он ни хрена не модерировал собственные комментарии. Там просто было пиздец, как много говна в мой адрес. Вот. Сейчас-то он высирается, говорит, он поддержал. Ага, но комменты-то свои никогда не чистил. Сраная крыса. Да. Make me want to get back on MK Mugen Works. Бе-бе-бе-бе-бе. Ой, господи боже, да твоя жопа мне вообще не сдалась в моей группе. Мне на тебя насрать. С высокой колокольни. Единственное, почему я хотел его разблокировать, то, что сделал пиздатое видео. Ну, не больно-то оно пиздатое было, про другого сливало. Но в итоге сам повторил его путь. Так, что-то он тут пидорасами обзывается. Сам ты пидор! Фары Валон, блин. О, это он про себя. В зеркало посмотреть надо. Ага. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Кстати, не знал до этого, что здесь есть английские вставки в конце видоса. Я только начал смотрел. I trusted in you! Вообще не пойму, про чё этот пиздюк заливает. I was fucking wrong. Так, давай, волосы выдирай, давай. Кретин. Конечно, люди не меняются, чё мне тут меняться? Я такой, какой я есть. А ты кретин. А, ну тут уже угрозы пошли. Муген for free. А ты, сука, вообще ничего не сделал хорошего, for free. Я лучше продам, чем буду делать дерьмо, как ты. Вот. Пошел нахер. Да, иди в жопу, сука. Я одну арену дольше делаю, чем ты свои сраные игры. Дерьмо собачье, сам такое. Пидор. Ну, собственно, я думаю, на этом стоит остановить, потому что ничего нового этот козел уже не скажет. Ну, спасибо всем за просмотр. Еще увидимся.